Безналичная оплата проезда в транспорте для жителей Чувашии и некоторых других регионов уже не будущее, а настоящее. В Чебоксарах с помощью карты ЭТК можно расплатиться даже в некоторых маршрутках. С 1 января 2017 года этот вид оплаты будут принимать уже все виды общественного транспорта. О том, что надо доделать до часа X, говорили на совещании в Чебоксарах. Мелочь не оттягивает карманы пассажирам, водители не ищут сдачи с крупных купюр и не отвлекаются от дороги, деньги не уходят на сторону. Вот что дает безналичная оплата проезда, но это в идеале, на деле есть недостатки. Представители разных регионов, которые приехали в Чебоксары на конференцию, хором называют один самый существенный. Из основных это сложность пополнения, но мы работаем над тем, чтобы решить. Один из вариантов – совмещение обычной банковской карты с транспортной. Есть транспортное приложение, то есть, которое оплачивается также с счета, ну, с лицевого счета Сбербанка. Деньги хранятся отдельно, а доступа к ним злоумышленники получить не могут никак. То есть это деньги, которые выделены в отдельный сектор на карте, которые идут только на оплату транспорта. Да, сейчас Сбербанк Чувашии выпускает карту с нашим транспортным приложением, вот, который можно оплачивать также автобус, троллейбус, некоторые маршрутные такси. Как внедрить карты для безналичной оплаты в массы, как эксплуатировать, нужны ли будут кондукторы, как это скажется на перевозчиках и республиканском бюджете. Вопросов еще много. Для того, чтобы найти ответы, еще 3,5 месяца.